Я приветствую этим вечером церковь и всех тех, кто вместе с нами участвует сегодня на наших цифровых платформах Церкви Маранафа «Миром Господа Иисуса Христа». И мы начнем сейчас богослужение, поклонение, когда мы будем приносить жизни наши пред Богом, возлагать на алтарь Божий, на жертвенник. Помолимся. Господь и Бог, мы взываем о силе крови Иисуса, представляя пред Тобой жизни наши, возлагая жизни наши на жертвенник Твой, познавая величие Твое. Мы малые. Да будет эта ночь, ночь завета, ночь посвящения, когда Господь будет восстанавливать жизни наши. Благослови каждого из нас. Действуй в нашей жизни, действуй по нуждам нашим. Мы молимся во имя Господа Иисуса. Аминь. Давайте мы прославим Господа, споем гимн хвалы кровью Иисуса Христа. Почувствовав прощение Твое, данное через Твою искупляющую кровь, я получил освобождение. И радость Господню. Аллилуйя! Слава Иисусу! И в этот час хвалы приносящий радость сердцу, я хочу дать Тебе, Господь мой, принести всю мою благодарность, Господь. Аллилуйя! Слава Иисусу! Я хочу поклоняться Тебе. Ибо я в общении нахожусь. И душою своей превозносить Тебя. Аллилуйя, Учито. Аллилуйя, Горя, Аллилуйя! Слава Иисусу! Да будет прославлено имя Господне! И сейчас мы помолимся, и пастор Джованни поведет нас в молитве. Господь, мы ходатайствуем пред Тобою, а всех тех, кто участвует вместе с нами, чтобы рука силы Твоей прикоснулась, чтобы исцелять больных, открывать двери для нуждающихся,
чтобы Ты, Господь, дал избавление для народа Твоего. Мы ходатайствуем во имя Господа Иисуса. Аминь. Да будет прославлено имя Господне. Наши молитвы – это плод нашего опыта с Господом. Мы продолжим прославлять Господа. Псалом, который говорит, что вера моя, она не основывается больше ни на чем, как только на благодати Иисуса, на искупляющей жертве и на крови благого Искупителя. Вера моя, она основывается на Господе. Даже если я не могу видеть лика Его, я буду жить Его благодатью ежедневно. Я буду уповать на Него. Он прячет меня во время бури, и когда окружает меня искушение, Христос является спасением моим. Как только прозвучит его труба, я встречусь с ним. И я буду наслаждаться искуплением со всеми теми, кто находится на небесах. Glória a Deus, louvado seja o nome. Слава Господу! Да будет прославлено имя Господня. Это прекрасный псалом. Вера моя основывается на Господе. И это чудесно. И об этом мы будем говорить с вами этим вечером. О бодрствовании и о вере. Текст, который мы приготовили для нашего размышления, находится в книге Даниила, 5 главе, 13 стих. Так говорит нам Слово Божье. Тогда введен был Даниил пред царя. И царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Ты ли Даниил, один из пленных сыновей иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи?» Братья и сестры, в это воскресенье у нас было славное переживание среди нашей церкви, когда мы вечеряли с Господом. И это вечеря, в которой мы участвовали, мы участвовали в теле, и включалась в это вся планета, все те, кто находится в общении с нами. Это был славный, замечательный опыт. И во время пророческого послания, которое было передано, было три очень важные темы. Первая тема, она относилась ко времени конца. И пастор очень хорошо об этом рассказал, потому что он говорил о пророческом времени.
которые мир не осознал еще, потому что мир спит духовным сном. Но церковь, она внимательна. Она живет этим пророческим временем. Она знает, что мы находимся в последнем времени, во времени конца. Второй топик, о котором говорил, вторая тема, о которой он говорил, это о предательстве. Ну что за предательство? Предательство поцелуя. Когда мы говорим об этом предательстве, мы говорим о том, кто предает близкие отношения, который делает это с таким, с такой изворотливостью, с таким мастерством, скажем так. Церковь, верно, она любит близость с Господом. И то, что враг хочет в этот час, это чтобы она могла отвергнуть, чтобы она предала эту близость. Но церковь, она бодрствует. Как мы пели сейчас, вера моя основывается на Господа. Она знает риск, которому она подвергается в это последнее время. И еще одна тема была, это отвержение, да, или отступничество. Он использовал текст в послании к Петру, простите, послание Петра. И он говорил о Петре, когда он предал Иисуса, а потом раскаялся. Мы видим сегодня церковь, которая научилась просить прощения у Господа. И сам Господь сказал потом, после воскресения, скажите братьям моим и Петру, ученикам моим и Петру, что я жду их. Это также относится к жизни Даниила, потому что жизнь Даниила, она состояла из бодрствования, молитвы и веры. Если мы возьмем текст, который мы зачитали, который переносит нас на 60 лет после пришествия в Вавилон. Он был где-то подростком приведен в Вавилон. Он пришел определившимся туда, потому что все то, чему он научился в Иерусалиме, он принес с собой в Вавилон. И мы видим положение его, посвящение его, когда он отделяется для того, чтобы он мог научиться и служить во дворце того царства. И он начинает, он говорит, я буду отличаться от всех тех, кто здесь. И мы видим, через 60 лет после того, в момент, когда Навуходоносор со своими праздниками, со своими друзьями, в то время, когда он был опьянен, он берет предметы, которых его дедушка принес как трофеи, и он неуважительно отнесся к этому. Он взял эти предметы, которые были отделены для служения Господу, и он оскверняет их вместе со своими друзьями, пред своими богами. Когда это происходит, суд приходит на жизнь его, и он испугался. И мать пришла к нему и говорит ему: Вальтазар, во времена деда твоего был молодой человек, он все еще в нашем царстве, и дух мудрости почивает на нем. Дух святого Бога, он на нем. И он прояснял сомнения твоего деда. И Валтасар как раз-таки зовет Даниила, и как раз был, вот, говорит ему то слово, которое мы зачитали. Он призывает Даниила и спрашивает,
если ты тот самый, если ты тот же, который был выведен его дедушкой. И Даниил говорит, что он все тот же самый, он не изменился. Он говорит, прежде всего, царь дает ему, предлагает ему всякие подарки, если он расшифрует то, что написано было, что он не мог зачитать. Вы можете прочитать дома потом, как рука писала на стене то, что испугало так царя. Он говорит, если ты сможешь, Даниил, разрешить, если ты скажешь мне, что происходит, я дам тебе богатство. И Даниил говорит в тот момент, он говорит, да останутся с тобой твое богатство. То же самое, как он поступил в молодости, когда было предложено ему с царского стола питание. Он не купился на это. И здесь он продолжает поступать так же. Даниил не изменился. Прошло 60 лет, и Даниил все был тот же. Та же стать у него была духовная, та же вера. Дух мудрости продолжал пребывать на жизни его. Даниил, он прообраз верной церкви. Церкви, которая сражается, она сохраняет доктрины все, церковь, которая не отвергает своей веры, церковь, которая не будет предавать свою близость с Богом живым, с Богом святым, потому что она знает, что означает жить Божьей любовью. Даниил, он говорит царю, что суд был определен этому царству. И как церковь в этот час, как было на вечере Господней, у церкви есть послание для всего мира, которое находится под судом, под осуждением. Почему? Потому что верная церковь, она хранит Слово Господне. Она не разложилась, она не предала распутству, она не предала истинной веры, она не отвергла Господа, она любит Господа своего. Ей приятно говорить, свидетельствовать о Господине своем. И она провозглашает всему миру суд, который установлен над миром. Это и есть задача церкви. Даниил, он не стал пред царем лобызить, и он не стал коварно поступать. Он не разложился, он не испортился. Он был тот же самый Даниил, даже через 60 лет. У него была та же духовная стать. Верная церковь, она продолжает быть той же, она не изменится. Она не будет предавать, она не будет поцелуем предательства предавать, она будет поступать, как Иоанн поступал, преклонять голову к груди Господа, слышать биение сердца Господне, чтобы получать от Господа, как получал Даниил, дух, который был на нем, и на церкви дух Господень, и он открывает ей все в этот час. Это то, что укрепляет церковь, бодрствующую. Даниил был бодрствующим, и церковь в этот последний час, она бодрствует. Потому что Слово Божье говорит, что в последние дни придут лжеучителя, лжепророки, чтобы обманывать избранных слуг.
обмануть тех, кто желает ресурсы царя этой жизни. Но верная церковь, ресурс ее – это Господь. И это Дух, который обитает в ней, который питает ее, который поддерживает ее жизнь, который укрепляет ее, как церковь Господню. Это не церковь предательства, отвержения. Это церковь, которая живет пророческим временем. И она знает, что мы живем время конца. И в это, она побеждает в это время конца, стоя гордо, получая от Господа откровения необходимые. И да благословит нас всех Господь, да даст Господь нам силы, стати, чтобы продолжать быть теми же самыми, твердыми. Не обвиняя Бога ни в чем, но пребывая в распоряжении Господа. Как послание для людей, которые живут своими страхами, боязнями, которые страдают и мучаются, чтобы сказать, что существует суд на этот мир, но что Иисус, Он Бог благой и милостливый, Он долготерпеливый, и Он способен простить человека в этот час. Да благословит нас Господь! Верую я шагаю, смотря только на Иисуса. Вложил руку свою я в руку Его, и безопасно теперь я иду. Как свет зари, стезя моя будет сверкать, просветляться все больше и больше. До того дня, великого дня, когда придет Иисус. Да будет прославлено имя Господне. Мы заканчиваем уже наше богослужение. И так приятно нам говорить о нашем Господе, говоря Господу нашему, что мы все те же, что мы также любим Его. И как хорошо служить нам Господу. Мы будем заканчивать в этот час апостольским благословением. Господь и Бог наш, Отец наш, мы благодарны Тебе, Господи, за все те блага, которые Ты изливаешь на нас. Мы любим Тебя всем сердцем нашим. И мы исповедуем, что чудная благодать Иисуса Христа, любовь Бога Отца
и утешение, и общение Святого Духа Божьего да будут в жизни нашей до великого дня. Аминь. Да будет прославлено имя Божье. Наше богослужение закончено. Мы хотели сказать, что сейчас на экране QR-код для тех, кто за рубежом находится. Достаточно направить камеру вашего телефона на этот QR-код, и вы сможете связаться с нами и получить необходимую вам информацию. Также есть QR-код, которым вы можете воспользоваться и поделиться вашими переживаниями, потому что каждый из нас несет в себя знамение переживаний, опыта с Господом. И это замечательная платформа, чтобы мы могли вместе, вовлеченными со всеми церквями, делиться своим опытом, чтобы другие могли возрастать. У нас также есть телефон бесплатной линии, когда вы позвоните туда, те, кто же живет в Бразилии, это телефон горячей линии, и вы можете звонить. Мир Божий всем вам. Thank you.